министерство просвещения. Он министр сельского хозяйства, не понимает. Отдай ему науку. Лев, министр сельского хозяйства ни хрена не понимает в сельском хозяйстве. Это тебя не волнует, да? Отдай Рафи Перецу сельское хозяйство, отдай ему коллеги, коллеги, потому что он там не навредит. Он тоже не навредит, он не издает, он утверждает программы. Ключевое министерство, он утверждает программы. Коллеги, всем большое, вам спасибо большое. На этой пафосной ноте мы заканчиваем нашу программу.